зима, тени исчезают в полдень. Однако не менее сильные эмоции вызывает история ее жизни. Сначала невероятная популярность, а затем несколько десятилетий, когда Завьялова пыталась сыграть роль счастливой матери. И за этой игрой никто не заметил семейной трагедии. Леонид Рыжиков о финальной точке невероятной жизненной драмы. Ее красоту называли колдовской, образ мистическим, талант редчайшим. В 1961 году фотография Александры Завьяловой даже попала на страницу программу «Право на защиту». Продолжается наша программа. Я напоминаю, что в студии у нас сегодня Добрый вечер, согласен с гостем. До мая 2018 года, напомню, специалист выиграл с молодежкой чемпионат мира 2011. Известие о том, что заслуженную актрису убил собственный сын, шокировало многих. Хотя подробности личной жизни Александры Завьяловой мало кто знал. 23 года она не снималась в кино и почти не появлялась на страницах светской хроники. По словам соседей, последние годы... Руссобалт. Вам придется проникнуть в мир высоко... Фермер 9 часов вымачивают в соленой воде. Промывают. Мимо! А кто их? На тропу войны с нами. Вы собираете деньги на его лечение. Гендиректор... Нормально. То есть никаких проблем. Ни жилищных, ни финансовых. Сейчас была обратная ситуация. Андрей Воронцевич был на площадке, лежал. И Дарий Франк, который вроде бы гораздо меньше, плюс соперник, он помог ему подняться. У нас гораздо более... Это движение... Единая страна и разговор о... Видим, как 4 секунды. Проигрывает российская команда. Смена этапа сразу же. Сборная команда Франции. Протез на солнечной батарее вернет зрение слепым. Не шел в приемах, и все знали, кто он такой. Ник! У него оба. С нашими коллегами в ближайшие дни попытаемся объединить. Сегодня охотились, заперли в морозильник. Вы что, накосячили, и мало места было. Лечиться-то особенно он не пойдет. Правильно, вот тут-то его лечили. Как ни говори, а тут все-таки врачи им занимались. А вот он вышел на свободу сейчас. И куда ему деваться? Как? Что делать? Вот это же один случай, который привожу очень часто. Была я вместе с моими коллегами в Бутырке, и там лежат люди, которые лечатся, операции им сделали. И спрашиваем одного пожилого человека, ну как же ты тут оказался-то? Он говорит, да ерунда, за 2 бутылки водки. Я говорю, не может быть. Как же так, за 2 бутылки водки? Ты
говорит, понимаете, вышел я из заключения весной. Ну, лето кое-как прожил. А осень, холодно, жить-то мне негде. И болезни всякие, ему лет 60 человек. Болезни всякие. Надо же как-то существовать дальше. Так я думаю, надо возвращаться обратно к себе, где был. Ну и начал искать, кто, так сказать, меня туда отправит. Вот, говорит, иду в одну супермаркет, хотел утащить что-то. Я, говорит, так и стреляли, и выкинули в другой. Никто его не берет, милиция не хочет им заниматься. Вот. И в конце концов жалился один, меня забрали. Вот сейчас, слава богу, прооперировали, все хорошо, и живу дальше. Но, поверьте мне, это я абсолютно вам верю в то, что вот такие сюжеты бывают, что человеку некуда податься. Но я в данном случае даже, может быть, приведу вам другой пример. Потому что это такой святочный рассказ, вы знаете, как бы из Леонида Андреева. Вот там уже такой старый дедушка, значит, вот он такой за бутылку водки, погреться негде. Да? А вот, значит, был у нас случай на премии «Выбор», помнишь, Макс, который вот мы проводили в этом году, когда две девушки отбили у педофила ребенка. Я помню, даже была на нашей церемонии. И вот, значит, вышел из мест заключения человек, который сидел там по совокупности. Тогда еще не было закона о сексуальном домогательстве к ребенку, поэтому, значит, он сидел за сексуальное насилие над ребенком, он сидел за жестокие побои и за что-то еще. То есть, и отсидел он за это в совокупности лет 20, а было им... наших городов.